Друзья, всем привет! Хочу рассказать вам, как я изменил конфигурацию работы тена, встроенного в мой шпарчан. Значит, проблема-то в чем заключалась? Зимой получилось так, что недостаточно было мне нагрева от тена 2-киловаттного для достижения необходимой температуры вот в этом шпарчане. Причина в чем? Причина в том, что вот эти вот регуляторы-термостаты, они работают там, вот на шкале написано до 80, но по факту он грел до 65. Мне этого было недостаточно. Как я вышел из положения? Идея не моя, я ее увидел в интернете. Сейчас я покажу вам. Значит, я просто-напросто вытащил вот этот вот движок. Ну, как его назвать-то? Регулятор. Вот он так вытаскивается. И здесь вот была пимпочка, вот видите, от нее след остался. И я просто переставил, получается, вот он стоял, грубо говоря, вот так, а я переставил вот так, на другой сектор. Вот видите, здесь сектор, ограничитель такой стоит. Я просто перекинул за вот этот ограничитель, и у меня получился рабочий диапазон от, скажем, 65 до 80, там, или до скольких, я не знаю, и на максималку не выкручивал. Вот, но это тоже оказалось неудобно для регулировки. Мне нужно было как раз какое-то положение, попадающее вот на этот ограничительный сектор. Поэтому я просто удалил вот этот шпенек, видите, срезал его. Вот, и теперь у меня могу, в принципе, мне без разницы, в какое положение вставлять вот этот вот движочек, да, крутилку, и уже регулировать плавно, в любой диапазон ставить необходимую температуру. Вот, так что вот если у вас есть такая проблема, вы не можете, вам или не хватает температуры нагрева, или она с избытком, можете посмотреть, какая конструкция у вас, скорее всего, такая же, удалить этот шпенек и уже производить регулировку. Вот, еще касаемо шпарчанов, тоже вам скажу, что нужно, конечно, заземлять для личной безопасности, потому как вот сейчас не знаю, что случилось, то ли кабель у меня еще от советского сварочника, здесь изоляция такая еще, может быть, не настолько качественная, как сейчас делают из материалов современных, но начинает меня щипать шпарчан, вот когда вот так у меня рука попадает сюда при разделке курочки, ощутимо так меня пощипывает электричеством. Вот, поэтому, помимо все-таки заземления сделаю в любом случае, я поменяю, наверное, вот этот вот кабель, попробую на ПВС поменять, посмотреть, изменится ситуация или нет, и в будущем сделаю заземленница. Так что вот это касаемо работы шпарчана. А, еще датчик я, видите, температурный на проводе вынес вот сюда на стену. Потому как два таких вот с щупами датчика, не датчика, а термометра я загубил. Попадает вода, и они накрываются, короче. Причем практически после каждого забоя я менял этот термометр. Вот. А так я вот сюда вставил щуп, закрутил вот эту вот уплотняющую манжету туда с помощью вот этой вот гаечки. Вот. И все, и он у меня теперь на стене, здесь уже брызги хоть и попадают, то ну, в меньшем количестве, чем попадали сюда. Так что такие изменения у нас со шпарчаном произошли. Все на этом, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте. Всем пока, всем всего хорошего.